Привет. Всем привет. У меня сегодня день начался в обед, потому что я вчера всю ночь монтировал его. А Катя только что чуть не упала, за что у нас... У нас такой морозец здесь, сколько, минус 11 мы смотрели? А, минус 10, да, очень прохладно. И мы идем в зал. Вот, а еще мы хотели сказать, что у нас сломался компьютер, поэтому мы не можем поменять заставку, она нас уже тоже бесит. Ой, мы обязательно поменяем, как только заберем компьютер. Да. Мы отлично позанимались. Да, и нет сейчас... сил. Да, у нас нету сил, мы голодные такие стали резко. И на улице так холодно. Еще лед, и я уже раза три чуть не упал. Да, я тоже. Аврора, ты что, не можешь запрыгнуть на диван? Ты же большая девочка. Ой. Давай. Ура. Я снова на кухне. И угадайте, что мы будем опять делать? Готовить. Меня что-то сегодня и вчера прорвало. Сегодня я хочу приготовить имбирные печеньки. 175 грамм муки. Обязательно нужно хорошо просеять. Четверть ложки соды. Щепотка соли. Чайная ложка корицы, немножко кардамона. Я добавила туда 65 грамм сливочного масла и все это перемешала. Теперь сюда тертый имбирь, 2 столовые ложки меда. Также добавила туда и яичный желток один. Замесила все и на час поставила в холодильник, и вот что у меня получилось. Сейчас это тесто нужно раскатать где-то толщиной в 6 мм и потом вырезать формочки. Я уже раскатала тесто и сейчас буду делать формочки. И выкладываю. И потом нужно выложить эти печеньки на противень, который застелен пергаментной бумагой. Да. 80 градусов, 10 минут и готово. Вот и получились наши печеньки. Очень вкусные, я уже попробовала. Та-дам! Вот кулинарное шоу подошло к концу. Все, наш фуд-влог подошел к концу. Да. Вот меня что-то пробило эти последние 2 дня. Потому что кухня красивая. Да. И делать нечего, я свободное время. Нужно что-то. Катька держит в руках мою книгу, которую я уже почти прочитал. Все очень интересное. Советую всем на досуге прочитать. Там можно найти очень много мотивационных строк, очень много просто умных мыслей. Просто интересно почитать про жизнь астронавта вне космоса. Катя делает рекламку книги очень навязчиво. И как, знаете, эти девочки в телевизоре, которые украшения продают. А, да-да-да. Там, где цена падает каждую минуту, да? Да. А еще мне Катин папа подарил подарочки. Он подарил мне 3 книги. Атлант раскрывает... Ой, как это на русском будет? Атлант расправил плечи. Вот, это первая часть. Еще он мне привез вторую часть. И, естественно, третью часть. А еще эту книжку читала Ольга Фрейд. Да я не думаю. Я думаю, это просто... Ладно, хорошо, пусть она читала. Она читала, конечно. Поэтому у меня очень много работы. И мы будем с вами прощаться.
Всем пока, спасибо, что нас смотрите. Хорошего вам солнечного дня. Да, всем до завтра.